Столичный дом в виде яйца снова выставили на продажу. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Сейчас расскажу подробности. РБК со ссылкой на текст объявления сообщает, что здание в Москве в виде яйца Фаберже вновь выставлено на продажу. В 2018 году здание стоило 356 миллионов рублей, сейчас эту сумму повысили до 407 миллионов. Четырехэтажное здание имеет площадь 342 квадратных метра. На первом этаже есть сауна, на втором – гостиная с купольным потолком высотой 5 метров, покрытая художественной росписью в стиле Ренессанса. Проектом необычного здания занимались несколько архитекторов. Создавалось здание как родильный дом в Вифлееме, но там идею воплотить не удалось. Власти столицы долгое время не соглашались на строительство, думая, что дом может нарушить внешний вид района. На этом у меня все. Еще больше новостей столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!